У Дианы Никольской начинается, пожалуй, самый приятный этап приобретения квартиры. За 3,5 года, пока она ждала ключи от нового жилья, у девушки накопилась масса идей по ремонту, которые теперь, наконец, можно воплощать в жизнь. Приобретала квартиру для себя, здесь уже в этом же жилом комплексе покупала квартиру для мамы, вот, поэтому хотели жить вместе и недалеко друг от друга, тем более, что очень хороший район, очень зеленый, уже к этому моменту он уже такой достаточно обустроенный, прекрасное расположение дома, вот очень свободная планировка, поэтому очень хотелось именно квартиру в этом доме. Вот, поэтому, вот, наконец-то, просто сейчас пока такое счастье, пока его даже вот еще не осознаем. Этот дом на Ермолинской, 20, что в 6-м микрорайоне города Видное, застройщик должен был сдать еще в 2018 году. Но, как это бывает, у компании начались проблемы. Не хватило денег. Тем временем собственники терпеливо ждали, когда же эта черная полоса закончится. К ситуации подключилась местная власть. Благодаря усилиям администрации Ленинского городского округа, люди, наконец, начали получать долгожданные ключи. Работы не останавливаются. У нас есть еще несколько объектов крупных. Это ЖК «Булатниково». По 5 из 15 корпусов работы завершены, получен ЗОС. И мы ждем со дня на день буквально разрешение на ввод, тоже сможем порадовать дольщиков. По 10 корпусам понятен источник финансирования, и в этом 2021 году тоже продолжим их достройку. Ну и плюс ко всему, наверняка знаете, удалось двинуть проблему решения в новой развилке. Там сейчас ведутся работы, понятен инвестор, подтверждено финансирование. Несмотря на финансовые проблемы застройщика, многоквартирный дом выполнен в соответствии со всеми стандартами качества. В нем 5 подъездов и 450 квартир. На 100% готовность дома. Людям остается только произвести ремонты в своих квартирах и жить счастливо. У дома очень удобное расположение. Рядом автобусная остановка и недавно открывшийся выезд из микрорайона. Во дворе современная детская площадка. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.